Столица FM представляет. Вдруг пригодится. Есть много знакомых, для кого кофе по утрам – обыденность. Но я так не могу. Лично для меня это целый ритуал, который требует спокойствия и внимания, а также правильных ингредиентов. И дело тут не только в зернах, чистой воде или корице. Может быть, это и паранойя, но, как по мне, чтобы получилось вкусно, все должно быть безукоризненным. И турка, и мельница для зерен, ну или кофемолка, если уж совсем нет времени, и чашка, и все остальное. Но если с туркой и чашкой все более-менее ясно, то чистка кофемолки отнимает довольно много времени, что меня, разумеется, совершенно не устраивало. Так что способ, который мне присоветовал друг-кофеман, пришелся как нельзя кстати. Поделюсь. В общем-то, что кофемолка, что мельница большого значения не имеет. Для того, чтобы их почистить, достаточно просто смолоть в них небольшую горстку риса. Затем остается только выкинуть получившуюся муку и протереть все сухим полотенцем. Возьмите на заметку. Вдруг пригодится. На Столице FM.